жизни каждого человека встреча с Богом. Это, наверное, самое счастливое, что человек может пережить в жизни. И с этой встречи начинается все по-другому. По-другому складывается жизнь, по-другому ты видишь то, что происходит с твоими родными и близкими. По-другому ты осознаешь вообще мироздание как таковое. По-другому, все по-другому. В юности он мечтал стать офицером, а когда получил заветное звание, оказалось, что Господь ему приготовил другое служение. В жизни владыки Стефана встреча с ним произошла около 35, когда крестился. Тогда офицер ракетных войск Сергей Привалов ничего и не знал про православие. Приходу к Богу, он совершенно случайный. Он для меня даже был случайный, потому что практически оказался участником крещения другого человека, то есть младенца, но при этом сам был не крещен. И когда священник стал допытываться, крещен ли я, вот после этого состоялась беседа, и он решил, что и мне можно в этот момент креститься. Крестная мама держала на руках младенца, а я с другой стороны, с другими людьми был крещен во Господа Иисуса Христа. Боже, Боже мой, к Тебе утренняя благодать, душа моя. Сейчас он понимает, случайность была не случайной. Друзей, через которых состоялось его крещение, привел сам Господь. К этому времени Сергей Привалов прошел службу в вооруженных силах и проходил обучение в Академии ракетных войск имени Петра Великого. Сергей, ты обязательно должен быть крестным родителем у моего новорожденного младенца. Вот. Я про это вообще ничего не знал. В нашей семье о церкви, о таинствах никто не заговаривал. Ну, советское время папа был руководителем, был депутатом, поэтому для него вот все, что касалось церкви, наверное, было в то время неприемлемо. А мама, будучи крещенная, но во всяком случае папа тоже крещенный, но тоже в семье не принято было как-то свою веру демонстрировать. И вот это вот церковление такое, оно уже, наверное, было забыто. И в тот момент, значит, я согласился, причем не понимая до конца, что должно быть. Жизнь Сергея Привалова до 35 шла, как и у всех советских людей того времени. Он был пионером, успел застать комсомол и даже был комсоргом класса. У меня было очень счастливое и радостное детство. Я учился в школе в городе Брянске, значит, закончил музыкальную школу, там участвовал во всех, не знаю, проектах, которые в те времена считались важными, юнармейское движение, значит, комсомол. То есть вот тот момент, когда людей, так скажем, приглашали к общественной деятельности, которая заключалась в том, чтобы быть нравственным чисто, чистым нравственно, чтобы быть патриотом своего отечества. Это все ложилось на душу и никак не противоречило духовным ценностям. Это все было естественно. Внешняя жизнь после крещения оставалась прежней, но душа стала открываться Богу. Невидимый мир, он видимый нашей душой. И эта душа открывается, открывается к Богу, открывается молитве, открывается к любви. И вот после того, как крещение совершилось, вот, началось, ну, может быть, даже целый такой определенный этап, когда крестик снял, ну, зачем он нужен-то? То есть вот
что-то произошло, но оно не соответствовало тому, какой жизнью я жил. То есть я офицер вооруженных сил, проходил служение в Академии ракетных войск. Крещение хорошо, но вроде бы как непонятно, что делать дальше. И вот сам Господь начинает вести тебя по этому пути. Путь духовный начался символично с ежедневного пути, из дома на учебу и обратно. В дороге он буквально глотал православную литературу. Я-то проживал в Софрино, там, где сначала есть такой военный городок Софрино, один противоракетной обороны. И вот я оттуда поступал, но жил практически там, и 2 часа электричка, автобус были посвящены тем, что уже начинал читать духовную литературу. И для меня это время было самое сладкое. То есть ты вот вроде бы, значит, трясешься в этих вагонах электрички, автобуса, там метро, и каждый день туда-обратно по 2 часа, но при этом ты наслаждаешься тем, что познаешь что-то новое. Для меня это было вот поиск истины, вот в том числе и христианской истины. На самом деле уникальное время. Трапеза – это продолжение богослужения. Только на трапезе можно понять человека. Как он кушает, такой он работник. Вот. А как он молится во время трапезы, это какой он духовный. Наша задача, наверное, не только вкушать пищу, но еще и благодарить Бога за те дары, которые вкушаются. Ну и самое главное – все время быть внутри себя. А чтобы внутри себя быть, нужно меньше доверять своим органам чувств. Вот эти 5 органов чувств лучше отключать, в том числе и вкус. С одной стороны, мы на трапезе хотим, чтобы все было вкусненькое, а с другой стороны, понимаем, почему монашествующие пытались соединять все в одну тарелку. Духовное понимание трапезы он усвоил еще новоначальным христианином, когда знакомая монахиня Василиса пригласила потрудничать Алексеева Аката в женский монастырь в Воронеже. С того времени он часто навещает сестер в обители и каждый раз приезжает не с пустыми руками. Мы с матушкой, когда туда приезжали, обязательно закупали мороженое. Значит, и вот эти несколько коробок несешь сестрам. Понятно, что они мороженое никогда не вкушают за обычной трапезой. И тут вот за воскресной службой матушка благословляет раздать всем мороженое, а сестры как дети. То есть для них вот это утешение в виде мороженого является, ну, своего рода таким радостным событием. Каждая из них молится, каждая из них благодарит. И вот с точки зрения такой духовной хитрости, самое ценное вложение – это вложение в мороженое для монахинь. Первая поездка в монастырь у офицера ракетных войск Сергея Привалова навсегда осталась в памяти и во многом повлияла на его решение стать священником. После 10 дней трудничества и послушаний он возвращался в Москву другим человеком. Это другой мир. И настолько другой мир, что когда, допустим, после очередного визита мы возвращались и сели в поезд Воронеж-Москва, значит, ты понимаешь, что ты попал в какую-то черноту, в клоаку, внутри поезда громкая музыка, какие-то разговоры не о том. Значит, все как, ну, скребет по сердцу, но это уже просто чудовищное восприятие действительности после монастырской жизни. Буквально там 7-10 дней мы провели, но при этом вот эта разница между одним и другим, если там это искупаться в любви, то здесь происходит совсем что-то другое. В Москве Сергея Привалова ожидало преподавание в Академии ракетных войск. Предмет был серьезным, научным, но каждую свою лекцию со студентами он после крещения старался начинать с бесед о Боге. Признается,
было нелегко. Многие, собственно говоря, почти засыпают на таких вот первых вступительных словах, а кто-то с интересом слушает. И вот в первый раз я почувствовал, как это все трудно человеку воспринимать духовные истины. Бесы воюют. Бесы работают так, что, значит, затмевают и душу, и голову, и разум. Человек фактически становится ватным, не понимает. Это твердая пища. Это на самом деле нужно преодоление, нужно преодолевать себя. Спасала тогда уже подполковника Сергея Привалова учеба на факультете православной культуры. И как глоток свежего воздуха были лекции отцов Валериана Кречетова, Дмитрия Смирнова. Он был деканом факультета. Священник с первого дня взял студента под заботливое отеческое крыло и мягко, по-родительски подвел его к диаконству и священству. Он никогда специально не думал стать ни диаконом, ни священником, ни монахом. В нужное время появлялись нужные люди, происходили неслучайные события. Вот так подполковник запаса, офицер ракетных войск Сергей Привалов познакомился с отцом Дмитрием Смирновым, во многом благодаря которому его жизнь кардинально изменилась. Вообще, отец Дмитрий – человек достаточно уникальный в этом плане. То есть, чтобы представить нас владыке Арсению, он долго думал, в какой же день это все сделать. Выбирал самый лучший. И в день своего ангела-хранителя, причем при этом еще и уточнил, насколько владыка Арсений готов нас принять, и трех будущих деканов он повез после службы на смотрины, на собеседование к владыке Арсению, чтобы сразу трех предлагать к рукоположению в декана, это нужно иметь определенное дерзновение. День рукоположения он сейчас вспоминает с улыбкой, но тогда он едва не стал последним в их жизни. Ну, понятно, что бесы воюют. От храма Митрофана Воронежского есть две полосы. С правой стороны у светофора остановился КАМАЗ. Огромная машина, а слева отец Дмитрий за рулем, и мы, три ставленника, готовые к вот, встрече с владыкой Арсением. Зажигается зеленый свет. Трогаются одновременно два автомобиля, но отец Дмитрий поворачивает вправо в тот переулок, который нам нужно было. Ну, я так понимаю, что мы еле-еле избежали, значит, так скажем, столкновения. Причем отец Дмитрий возмущался. Зачем едешь? Разве ты не видишь, кто едет и кого везет? Понятно, что это определенный, наверное, стресс у него был, но это вот такое, что случается всегда при духовных событиях. Если бесы воюют, если вот происходят такие ситуации, значит, если ты их преодолеешь, и преодолеешь правильно, то будет все хорошо. Владыка Стефан тяжело переживает уход любимого пастыря. Большую часть своей священнической жизни он был клириком храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, чем настоятелем был протоиерей Дмитрий Смирнов. И хотя он не может назвать батюшку своим духовным отцом и исповедовался у него редко, но много лет был его помощником, долгие годы служил бок о бок. Говорить о нем без слез пока не получается. Вот в связи со смертью батюшки Дмитрия, наверное, самое главное понять, для чего нужна смерть. Вот, казалось бы, парадоксальная вещь. Человек жил, очень многое сделал хорошего, и почему-то Господь забирает от нас таких, ну, удивительных пастырей церкви. Для того, чтобы они стали небожителями, для того, чтобы они там нам помогали, для того, чтобы мы понимали, что жизнь скоротечна, для того, чтобы знали, что и нас ждет смерть. Смерть – это великий дар. Дар человеку, чтобы он познал истину. Да воскреснет Бог и расточатся прощения Его.
удивительное состояние входа в алтарь. Когда входишь в первый раз в алтарь, ты находишься в состоянии прострации. То есть тебе не хочется ничего делать. Вот тебя бы просто не трогали, ты где-нибудь там в уголок зажавшись, стоишь и молишься. Потому что те действия, которые совершают алтарники внутри алтаря, это есть много каких-то движений, которые, может быть, даже отвлекают от молитвы. Нужно кадило разжечь, нужно вовремя подать, нужно со свечой выйти, нужно соблюдать какую-то симметрию, чтобы все было красиво или благочинно. Но вот то, что было дано, когда ты спокойно молишься, и пока тебя никто не трогает, это вот удивительный такой момент был входа в алтарь. Ради служения в алтаре он добровольно отказался от семьи. У меня есть дочка, да, и, ну, во всяком случае, с дочкой мы хорошо общаемся, и жена, значит, очень интересный человек, она была директором музыкальной школы в этом военном городке Софрино. Но, понимаете, тут меня уже неоднократно спрашивали по поводу, вот как можно жить там вот без семьи, без детей, без, так скажем, без какой-то близости, но все это духовный судит обо всем, а о духовном никто судить не может. Еще раз повторю, духовный может судить обо всем, а о духовном никто судить не может. Вот эти процессы, которые происходят внутри человеческой души, они понятны только человеку, который сам идет по этому пути и понимает, каким образом Господь ведет человека в Царствие Небесное. Он понимал, новую семью он больше не создаст, и уже в диаконский чин рукоположился, дав обет безбрачия. Рукоположен я был в диаконский чин как целибат. В общем, человек, который не должен потом был создавать семью. В тот момент у меня даже мысли не было о том, что нужно каким-то образом восстанавливать или, значит, вновь жениться. То есть, во-первых, в этом не было никакого смысла, потому что, ну, ты внутри себя осознаешь совершенно по-другому, когда начинаешь этот путь движения к Богу. Вот, поэтому все было естественно, но постепенно. Если бы кто-то мне сказал вот в начале пути, что будет так, так и так, то я бы никогда не поверил. А когда это все происходило по каким-то маленьким открытиям, ступеням, то это становилось совершенно естественно и нормально. Поэтому, значит, тут уже нет мирского, тут нет твоей воли. Ты исполняешь ту волю Божию, которая реально существует по отношению к каждому человеку. Вот я думаю, что и все те, кто будет смотреть наш фильм, они и к себе будут примерять то, что я сейчас говорю. Потому что это очень важно, понять, что Господь участвует в жизни каждого человека. Полтора года назад отец Сергей Привалов был пострижен в монахи с именем Стефан в честь преподобного Стефана Исповедника, игумена Треглийского, и наречен епископом. Это не то, чтобы ты стал каким-то большим, наоборот, чем ты вроде бы как по иерархической лестнице выше, тем ты понимаешь, что ответственность на тебе, ну, просто колоссальная. А еще больше твоя немощь, которая укрепляется исключительно Божьей благодатью. И ничего мы не можем делать сами. И вот если это понимаем, то Господь помогает в служении, в том числе и архиерейском. Поэтому и к имени Стефан очень быстро привык. И если кто-то еще называет меня Сергеем, то уже чуть-чуть коробит. Понимаешь, что другого человека очень тяжело перевоспитать, особенно своих школьных друзей, которые, ну, понимают все еще по-мирски.
И кто-то там, допустим, не может назвать владыкой, но через некоторое время, когда общение в реальности происходит, и люди понимают, что это что-то другое. Ну, понять бы еще самому. Каждый из наших воинов в той или иной степени ощущает это состояние праведности, праведности своей миссии, праведности выполнения своего воинского долга. Все едут на работу. Работу, которую дает сам Господь. Мы защищаем. Мы миротворцы. Владыка Клинский Стефан дважды ездил в Сирию, объездил многие города, был в Дамаске, Маалюле, на авиабазе Хмеймим и морской базе Тартус, освящал новые храмы и часовни, проводил ежедневные богослужения, был как раз одним из миротворцев. Единение нас в духе и истине есть, наверное, самое главное, что можно в таких местах увидеть. Но самое главное – это непобедимость духа, непобедимость народа, непобедимость нашей веры. Вся группа вот наша чувствовала, особенно бойцы, которые первый раз увидели, как сирийцы чтут вот Господа Иисуса Христа. То есть это, ну что ли, вера, которая даже не детская. Это какая-то внутренняя потребность быть со Христом и быть с Ним по-настоящему, вплоть до самопожертвования. Сейчас в стране, где шла кровопролитная война и погибали мирные люди, установлен хрупкий мир. Основной очаг терроризма ликвидирован. И во многом не без помощи наших миротворцев. Не российского производства, значит, иностранного, а значит, и тех, кому выгодно, чтобы люди жили во вражде, чтобы люди сталкивались друг с другом. Неважно, по какому поводу. Важно, чтобы люди убивали друг друга. Но так нельзя. Каждая такая поездка для него – очень дорогой опыт. Владыке до сих пор приходят весточки от его братьев, сирийцев-христиан. Производит неизгладимое впечатление. Мы здесь потому, что мы должны быть вместе. Потому что это святость. Это и есть Христос Спаситель.